Такого на моей голове еще не было. Да, я не хочу включать! Мне нужен пиццу в Яре с идеями абстрактами. Меня так пугают рамки. Хуй вы ржете, долбоеба! Охуенная прическа! Это полукроп! Полукроп! Да блин! Мама звонит! Не дай бог мама на стриме! Да, мамульчик, привет! Я вот стрим только включил, надо мной все смеются, суки. Да не похож я на гея, а? Чё ты смеешься, мам? Да ты смеешься, чё ты... А чё ты смеешься? Ладно, все, пока. Надень очки! Сейчас! Я опиум! Смотрите, без наушников прическу. Прическа нормальная, но спереди кривовато, братан. Ровно, блядь, все, долбоёб! Все ровно, блядь, чё ты пи***ишь? Нету у меня озера, долбоёб! Похож на опиум. Ну? Для минуты 40 неплохо. Чёлка кривая, правда. Какой минута 40? Час 40 меня стригли. Что? Алло, Марк, блядь, ну ты угораешь, но я так подстригся. Чем тебе не нравится моя прическа, блядь? Она тебе не очень к лицу. Зато тебе к лицу твой голос уебищный. За 2300 постригся. А 2300? Я ты еще воск купил для волос и пудру нахуй. Да, это что такое мне скинули? Мне пишут прическа хамстер. Ахаха, ужасен пирожок. Лёва, ты чё, вообще обалдел? Ты, видимо, на прошлых стримах не был, когда у меня, блядь, ворона на башке сдохла, чёрная. Пацаны, вам просто нужно вблизи разглядеть. Вблизи, смотри внимательно. Очень красивый! Именно очень красивый! Чё скажешь? Я не буду с ним больше работать. Позор Тольятти. Это я с тобой не буду работать больше. Чёлка кривая. Да не кривая чёлка, это вы все косоглазые ебаны, блядь. К окулисту сходите, чтоб вам глаза вправили на место у ебки. Блядь. Чё в натуре настолько плохо? Да не может такого быть! Привет, дядя Скрудж! Сейчас свет включу! Ебать, это что за Артём Шиловец? Ща как уебет. Ща как уебет! Реально у меня как у... Сквозь баба? Ой. У меня как у сквозь баба прическа? У меня как у сквозь баба прическа? Нормально! А у них линейки не было случайно, чтобы равно постричь на лбу этот газон? Чел в чат пишет, ты похож на модную свинью. Я Артурчику записываю сегодня кружок, после парикмахерской сразу, ну типа я ему просто обещал. Слушайте его реакцию. Бля, сейчас, подожди, мне просто очень смешно, потому что неожиданно было. Сейчас... Сейчас я успокоюсь. Что ты хочешь? Братух, можно вопрос один тебе? Ты только что уже задал вопрос мне. Зачем вот ты себя уродуешь? Мне вот просто интересно. Долбоеб, я красивый стал. С этой прической, Марк, это самая ужасная твоя прическа из всех, которые были, блядь. Говорит чел с перекати поле на голове, завали ебало. Марк, лучше бы ты не подстригался, правда, блядь, это ужас ебучий. Что тебе в этой прическе не нравится? Блядь, ну у тебя лицо толстое стало из-за этого. Оно наоборот похудело, ты чё, вообще выебок? Прическа у Джабуда лучше была, ты понимаешь, чем больше волос, тем ты худее. Блядь, чё-то я вас ну реально не на... Что там по QR-коду, блядь? По QR-коду ссылка на мой Twitch, блядь! Чтобы понимали, я кому не показываю прическу, все говорят, что я похож на грушу. Типа, когда я улыбаюсь, у меня вот щеки надуваются, у меня ебло как на грушу похоже. Привет, дядя Скрудж! Маркуша, ты вот прям красивый, ну прям похорошел, Марк! От души, брат! Так стригись постоянно. Базар! Ну просто...
ну ебейшая прическа, ну лучше вообще не найти. Спасибо. Ну, ты, конечно, долбоёб ебаный, блядь. 2-300 на прическу слить, блядь, негры пидорасы. Да пошёл вообще ты нахуй отсюда, скип донат, осуждаю. Чё мне с хуй скинули? Смотри, как было, сзади две косички, сверху океан. Очень смешно, блядь. Да, косплей, Кремик, очень смешно, блядь, очень смешно. Что с тобой сделали? Ты теперь на какого-то гуманоида похож. Вот подвинься поближе к камере, пожалуйста, Маркуш. Пожалуйста, вот подвинься. Давай, чуть-чуть. Я тут. Поближе к камере. Отлично. Стрижка топовая. Не слушай их. Ладно, ладно. Это Рофл. Какая же параша, а не голова. Я в ахуе. Ну, нормальная прическа. Нормальная прическа! Полине понравилось! А почему она на лбу диагонально? То, что у тебя косоглазие, вы***ки! Посмотрите внимательно, ща я вам дам звука. Света нормального дам, посмотрите на эту прическу при свете, блядь. Вот она как выглядит, я просто в темноте сижу, вы нихуя не видите. Это от наушников уже примялась, она вот так должна быть. Четко? Да, удивительно! А, ну посмейтесь, блядь, это ж так смешно, пиздец. А сзади покажи. Нормально! Я ебаный, теперь на мужика хоть похож, блядь. У меня голова под наклоном стоит, вы ебаные слепые уебаны. Вы меня прям искренне заебали, блядь. Салам, Маркус. Здорово. Прическа реально охуенная 110. У моего дохлого деда из жопы такие же три пиздики торчат. Чувак, твоя прическа, нахуй, это просто... Это просто... Охуенно, чувак! Да! Если ты мне отдал больше косаря, то тебя заскамили чуть-чуть. Смотрите, друзья, сегодня пятница. Я обзвонил все возможные барбершопы, нахуй, и ни в одном не было места. И я позвонил в барбершоп, который называется «Володя стрижет». И там было одно ебучее окно на час времени. У меня не было времени обесцветить, блядь, мою прическу ебаную, блядь. Я хотел в блондиновый покраситься, блядь. И меня во Володя стрижет, да не Путин. Меня в барбершопе Володя стрижет, который... У них было времени час, нахуй. Придать моей голове хоть какой-то вид. Они не смогли меня покрасить. Здорово. Да, Артур Долик. Артур, ты вот стрим мой смотрел сейчас? Угу. Да, подожди, я пасу. Пошла горячая, блядь. Вот скажи, ты как нормальный мужик, которому 30 лет уже нахуй. Вот прям по мушке оцени мою... Нет, долбоёб, блядь. Оцени мою прическу. Вот я тебе кружок записывал, может, в кадре оно... Это что за хуйня? Я тебе просто понял, что у тебя на стриме смех уебанский. Мне похуй, Знаешь, на кого ты похож? Ты смотрел пацанки, что-то там, понянки или как-то? Не смотрел. Наверное, оно просто пацанки. И там вот постоянно какие-то тёлки, лесбиянки приходят, которые мужскую роль отыгрывают. И вот ты чисто один в один, блядь. Ну ты в натуре думаешь, что у меня уебанская прическа? Знаете, я не хочу слышать, ты долбоёб. Смотри на меня. Ебанутый. Чё? Ты ебанутый. Чё, блядь? Ты на улице стригся этим секатором, который тебе мужчины вот траву косят? Вот смотри, я свет выключил, смотри, так лучше. У тебя аутизм прописали в карточке болезни? Блять, Руслан, ну не завози сейчас, скажи, ну нормально за прическу. Вот, давай, люди, у меня сижу с ребятами, они с Москвы приехали, давай я им дам. Вот, давай, московские еще оценят. Здорово. Здорово, брат. Как тебе моя прическа? Можешь вот реально оценить? Белого цвета не хватает немного, надо было осветлиться. Время не было на осветление. Это реально все твои рекомендации ему, блядь? Ты что, ебанутый, ему кого-то по башке собака снова нахуй. Какие, блядь, что это с ним? Ну ты, тебя кто отпиздит? Ты долбоеб, тебя что, блядь, этим? Бутылку разбили об пол, блядь, тебя вот этим осколком резали, блядь. Все, ты иди нахуй, вы все уебки, вы не люди. Лучше на лос, я тебе клянусь, блядь. Приятного аппетита.
Спасибо. Марк, привет. Привет, Майзел. Блять, охуенная стрижка. Базар. Реально пиздатая. Базаришь! Реально пиздатая стрижка. А можешь фотку открыть? Я вот тебе скинул, как твоя прическа. У меня тоже раньше такая была. Я тоже думал, что я модный, но потом меня отпиздили. Понимаешь, что у меня не такая прическа, еблан. Ты еблан, у тебя тоже кроп, нахуй, только у тебя еще, блядь, у меня волос, полукроп, нахуй, блядь. Нахуй ты несешь хуй, Марк? Руслан, без шуток, ты меня в жизни увидишь, у меня охуительная прическа. Если я в жизни увижу, я тебе леща въебу и скажу, давай мне за 50 рублей, нахуй. I'm, нахуй, Билли. Знаете, что мне сейчас Камила пишет? Ко мне вовнутрь кофты огромный таракан заполз. Я боюсь сидеть на кухне. Сука, мини-притча нрав, наконец-то веник с головы состриг. Сейчас норм, и Камилка за такую притчу давать будет чаще. Как будто и вообще красавчик, теперь W. Вот это хуйня! Бля, Крис ПНГ, какая ты легенда, отвечаю. Немного похоже на прическу из острых. Базар. Так, там все красивые, брат, там реально все очень хорошо выглядят. Значит, и я хорошо выгляжу. Хуй ты куда удалишь стрим, блядь. Блять, это просто пизда. Я тут один и мне вообще не нужен никто. Я сам на себе дачу, все, твой любимый фрукт прямом. Давно хотел брать из жизни лишенький отзыв, который так стыдно, ты видишь, растет, но они рты закрываются очень быстро. Да, я часто